Всем привет! В этом видео я буду делать кустарники в масштабе 1 к 72. Самым подходящим травянистым растением для этих целей служит телоксис. Ввиду схожести своих веток на миниатюрные деревья и кустарники. Это растение сложно найти в нашем регионе, так как распространено оно в Евразии, однако уже в сухом виде его можно найти в продаже в модельных магазинах. Кстати, ссылку я оставлю в описании. Для того, чтобы было более наглядно, какой размер кустов необходимо делать в 72-м масштабе, привлек офицера немецкой армии. Как мы видим, нужно, чтобы кусты были чуть выше пояса, поэтому нарезаем веточки приблизительно по 8 мм. Пришлось немного поэкспериментировать, чтобы придумать, как удобнее всего будет склеивать веточки вместе. Для этих целей взял кусочек плоского силикона и прозрачный пластик, в котором просверлил отверстие. Для начала отметил фломастером места, куда необходимо нанести клей ПВА. Потом собираем эту причудливую конструкцию, наносим клей и высаживаем ветки. В качестве пробы я взял по 3 штучки, но чтобы кусты были более пышными, нужно добавить побольше. После того, как клей высох, можно приступать к окраске веток. Для этого я буду использовать коричневую краску Tamiya. Итак, наши кустики готовы к нанесению листьев. В качестве листвы будем использовать мелкую темно-зеленую присыпку от Arion Models. Разведем клей ПВА с водой. И нанесем кисточкой на те места, куда мы хотим поместить листву. Потом просто посыпаем. Если вы обратили внимание, на концах веточек этого растения имеются маленькие иголки. Аккуратно срезаем их кусачками. В результате получаем вот такие кустики, или больше даже похожие на мини-деревца для 72-го масштаба. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. В описании вы найдете ссылки на материалы, которые были использованы в этом видео. Спасибо за ваше внимание и до новых встреч!